Ты ему объяснишь, для чего там? Помилуй нас, всякого ответа, недоумеющий, смеете молитвы, и хвалы, всевышний, помилуй нас.
Солнце, Сын и Слово, Господи, помилуй нас на дьявол, положим небо, гневайся на ты зло. Ниже повини беззаконие наших, кто призвели не глубоко, но не избави от врат наш. И вы, Бог наш, и умение твои сила, руку твою, имя твое призвание. И ныне присни во веки веков, аминь. Милосердие, вера, сердце нам благословенно, Богородица, надеющийся на жаре погибнем. Но да избавимся от тобой ответ, и высь спасение рода христианского. Ты чистому образу Твоему поклоняемся, благим просящим прощения, прегрешений наших Христе Божьих. Более Бога говорим, если плоти жизни на крест, избавишь веру, что осталось от работы вражи. Тем более нас мы умеем, для радости исполнился, вся спасть нас пришели спасти мир. Милосердие, в сущий источник, мир, подобие нас, Богородица, призви на жизнь, свящуюся. И веку жизнь на силу, Твою на Тебя уповающей, радостью в нее, где ты же некогда говорил, бесплатно как не стратик. Господу помолимся. Бог прости, прости нас, Преосвященнейший Владыка и Благослови. Вся благодать, чтобы Бог помиловал и спасет всех вас. Господу помолимся,
на раме Христе заблудшие, взяв Ещество, вознеслуши и Богу и Отцу привезти, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, сердце чисто созидет тебе Бог, и дух прав обновит по утробе твоей, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, а если кто хочет последовать мне, то утвердится тебе, рече Господь, и возьми крест твой, последует мне, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, положи, Господь, на голову твою венец от камень и дорогим живота просим вести, и даст тебе долго жить, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже, Спасителю наш, вся творяя строя, о спасении рода человеческого, прими молитву нас, недостойных рабов, и удавли нас в настоящий час, во имя суждения освящения совершите храма сего, твоему словословию созданного во имя святаго, преподобного благоверного князя Олега Брянского, и воздвижни в нем сотворите трапезы, яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Сейчас я даю, потом доверюсь.
Подождите, сейчас. Сейчас будете бить воздух, будет развиваться сейчас. Колено Господу помолимся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже безначальный, пресносущный, иже от несущих бытие вся приведы, иже во свете живы неприступним, и престол имея небо, землю же подножие, иже Моисеевы повеление давы и начертание. Веселил уж дух премудрости вложивый, и удавлив их к совершению сведения скинии, в ней же служение оправдания бяху истины образа и предначертания, и же Соломону широту и пространство сердца даровавый, и тем древний храм восставивый, с этим же сихвальным апостолом в дусе службу, и скинии истины обновивый, благодать, и теми святые Твоей Церкви и жертвенники Твоя Господа и сил во всей земле насадивый, вы же приноситесь Тебе священным бескровным жертвам, и же сему храму ныне благоволилось во имя Создателя Святаго, преподобного благоверного князя Олега Брянского, по славе Твоей и дарованного Твоего Сына и Святаго Твоего Духа, сам бессмертный и великодаровитый Царю, помяни щедронда Твоя милости Твоя, яко опека суть, и да не возгнушающийся нас множеством оскверненных грехов, неже да разрушивши завета Твоего, нашей ради нечистоты, но презри ныне прегрешение наше, и укрепи нас, и удавли благодатью и пришествием, Животворящего Святаго Твоего Духа, совершите без осуждения обновление храма сего, и ежевнем жертвенника сотворите в освящение. Да и на всем благословимся псалмы и песни и тайными службами, и Твое благоутробие выну величае. Ей, Владыка, Господи Боже наш, упование всех концев земли, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и не спасли Пресвятаго Твоего и поклоняем для всесильного Духа, и святи храм сей, жертвенник сей. И исполни Его света присосущного, избери Его в жилище Твое, сотвори Его место селения славы Твоя, украси Его божественными Твоими примирными дарованиями, устави Его пристанище буреваемых, врачество страстей, прибежище немощных, бесов прогонения, вы же быть очи сам Твоим отверстием на день и ночь, и уже сам Твоим немлющим молитву со страхом Твоим благоговейством в Него приходящих и призывающих всечестное поклоняемое имя Твое. Великого просят у Тебя, и Ты услышишь на небесе дворе, и сотворишь милость, и милость в будущее.
Сохрани его даже за скончание века непоколебимо, и же не в жертвенник святых. Святых покажи силу и действием Святаго Твоего Духа. Прослави его паче, еже по закону чистилища. Яко, да я же на нем совершаемое священнодейство, во святые пренебесные мысли Твой жертвенник достязают, и благодать нам Твоего пречистого приносит осенение. Дерзаем, Бо, не на наших рук служения, но на Твою неизреченную благостыню. Заступи, спаси, помилуй, восстави, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Послышни, мире о спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Всего мира, благостояние святых Божьих церкви. И соединение всех Господу помолимся. Господи, помилуй. О великом Господине, Отце наше, святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем Митрополите Германе, и о Господине нашем Преосвященнейшем Епископе Иоанне, и делях рук Его, и их же с ним в священницах и диаконах Господу помолимся. Господи, помилуй. И же в нем жертвеннику всему пришествием и силою Святого Духа Господа помолимся. Господи, помилуй. Храним и стране нашей власти и войсты, и Господа помолимся. Господи, помилуй. Вместе все в всяком граде, стране и верою живущих в них Господа помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию. Со всеми святыми. Преподобного Олега Брянского, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и живот наш Христов Богу предадим. Тебе, Господи. Яко свят, если Боже наш, иже на пострадавших по Тебе честных мучениц почиваешь, и Тебе славу воссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи Боже наш, святый, справедливый, спаситель, помилуй. Славу и ныне, спасти благодать Святого Духа, и благослови воду себя белом, освящение и совершение жертвенника Твоего. Всего яко благословен и все веки веков. Аминь. Сейчас я смешиваю, забираю сосуды, и воду оставляю. Мышь, мышь, снег уберись. Слух, мы на все радости, все, уже остались смиренно.
Святого Отца, это греху, все законы очисти, все это чисто, все это правда. Познаю, вы мои, не дай мне Христа приду. И Дух Твой всегда мне от меня принял, и до вчера с Христом приду. И Дух на вашем перде наш, на вашем языке будем, а Дух Твой будет взяться. Звание откровения. Вежу, три вместе, там тоже надо. Для того, кто сокрушен сердце, кушен своим Богом, человеком, а другой Господь, мы дадим все, на сердце я служил, и все резко обозначил памятник, что тогда уже на тапе тельцы, а кровь, что-то не слышал. Сейчас буду есть у вас. Благословен Бог наш, всегда мне и присно, и во веки веков. Аминь. Он мир. Сносится ко второму вниз. Сносится ко второму, идет низом к третьему. Давайте по углам подтягивайте, держит шифром сюда. От третьего вверх к четвертому. Вверх к четвертому. От четвертого сносится вниз к первому. Вниз к первому. Вниз к первому. Вниз к первому. И так будет вниз спереди. От первого вниз по второму. Вниз к второму, от второго вверх к третьему. От третьего на низ к четвертому. От четвертого низом до первого. От первого низом до второго. А, нет, стоп, получается. Нет, от первого снизу вверх ко второму. Вот, ко второму. Теперь круги делаем. Вокруг. Первый круг.
Вот, заправляем верхнюю грудочку по губам. Первый круг дальше. Второй. Поправляйте. И третий. Великодарнее, прими и ныне молящийся нас, не яко достойных сущих от великих просите,
но на превосходство покажется Твоя благости, небо присталось и человеческому роду многообразнее благодея, главизну же нам даровалось и благодеяний, еже во плоти и для народа Твоего Сына пришествия, и же на земли явся и воссияв, сущий во тьме свет спасения, принеси себе у нас жертву, и быть с миром и всему очистилище, общники нас своего воскресения сотворив, и вознесися на небеса, обрече свои ученики и апостолы, яко же обещайся силою свыше, я же есть Дух Святый, поклоняемый всесильный, и же от Тебе, Бога и Отца исходящ, им же бывший сильный, деланный словом, крещение предавшийся на положение, церкви возлегоша, утвердиша жертвенники, священство положиша правила и законы, и же мы грешные, держащие предание, припадем Ти, вечному Богу, и молимся Ти, благоутробнее, Твоему песнопению, созданный сей храм, божественный Твои я исполни славы, и мне воздвижный жертвенник святый, святых покажи, яко нам предстоящим Ему, яко страшному царству Твоего престолу, не осужденно служите Тебе, мольбы о нас и о людях всех воспосылающих, и бескровную жертву Твоей приносящей благости, о вольных и невольных грехах, прощения, во управление жития, во исправление благодетельства, во исполнение всякие правды, яко благословися Твое Пресвятое имя, Отца и Сына и Святого Духа, ныне Кришна и во веки веков. Аминь. Мир всем. Иду Твоим Твоим. Главы Ваша, Господи, преклоните. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
Боже наш, верный во словесех Твоих и не ложный в обещаниях Твоих, даровал и святым Твоим ученикам, подвигом добрым подвязайтесь, течение благочестия совершите, и веру истинно исповедание сохраните, сам Владыко Пресвятый тех молением умолен буди, и даруй нам недостойным Твоим рабом часть и наследие имейте с ними, да подражатели тех бывших, сподобимся и прилежащих тем благих. Милостью человеколюбия, единородного Сына Твоего, с ним же благословен еси, со пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, ныне пресно и во веки веков. Мир всем. Славы ваши, Господи, не преклоните. Держава Царствие Твоего, благословенно и прекрасновлено, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Скажи, что вот этот стойник подождет через храм. Благословен еси, Христе Боже наш, всегда ныне присно и во веки веков. Возьмите врата князя ваша, и возьмите все врата вечные, и внидет Царь славы. Возьмите врата князя ваши, и возьмите все врата вечные, и внизе Царь славы. Господу помолимся. Божий Отче Господа нашего Иисуса Христа, Сын благословен вовеки, и же завесую плоти Его обновилась и нам, первородных церковь, на небесах вписанных в код, и где же жительство празднующих и глаз радования, сам человеколюбчий владыка, признанный грешные и недостойные рабы Твоя, обновление празднующих честного храма, преподобного благоверного князя Олега Брянского, во образ святейшей Твоей церкви, сирич, самогатели се нашего, и же убо, и храм Твой, Иуда Христа Твоего, всехвальным апостолом Павлом, именовать исподобилось ей, и утверди его до скончания века, непоколебимо и прославлено в Тебе. Исподоби нас в нем хвалы и словословия незазорно приносите славе Твоей,
единородному Твоему Сыну, Господу нашему Иисусу Христу и Святому Твоему Духу, в разуме и всяком чувстве, поклоняющимся Тебе во страсти Твоем, божественный щедрот, достойно показатися, и благоприятным Твоей благости быть и мольбам сим, у нас и всех людей Твоих неизреченным Твоему благотробию приносимым, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, яко свят еси Боже наш и на святых почивающий, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Мир Тебе. Главы Ваше, Господи, и преклоните. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господь сил, то есть Царь славы. Святым мученикам даровавы, еже сеетеся по всей земле мощем их, во святых храмах Твоих, и плоды исцеления прозябатель, сам Владыка, всем благих податель, сын, молитвами святых, и же благоизволилось и положению мощей, всем честнем жертвеннице Твоим быти, сподоби нас, чиномученика Владимира, сподоби нас неосужденно, бескровную Тебе, на нем приносите жертву, и даруй нам вся, еже ко спасению прошения, возмездие подаяй и всем пострадавшим за святое имя Твое, еже чудодействовати теми к нашему спасению. Яко Твоей царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, и непресно и во веки веков. Аминь. Паки, паки, преклонши колено Господа, помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, и же тварь единым словом создавы, и вы же быть и приведы, неизреченными же образы, различностью красивы, и же надносимы на нее Твой Дух собравы, и солнечный сей свет на нее излиявы, в обновление я, ежеугоднику Твоему Моисею, вдохнув и хвалу некую изряду приложите добрейшему Твоему созданию хирищи, видите Тебе свет яко добрый, и дневно речи сей, и гожу бы и мы, видящие светлейшее сие солнце, обновляющий на всяк день тварь, Тя, истинного дне, славим солнце и свету и не вечерний. И же Сыном Твоим нам заповедуй, обновитеся нашему естеству, святым Твоим Духом, яко и по дару всему, праведным
Воссиять яко солнцу, Тебе молимся, Тебе просим, Отца, Слово Господа и Бога нашего, понеже неизреченным Твоим человеколюбием и безмерную Твою милостью, Тварь и древний закон во образ Нового Завета, во Твоем благоведении у Синайской горы, и в купине оной дивной, и все несведения, и в предобрейшем храме Соломона оного обновления прия, милостным оком призри наны, грешные и недостойные рабы Твоя, пребывающие всем дому небоподобным, Вселенная по хвале, жертвенница истинам неизреченной Твоей славы, и не спасли Пресвятаго Твоего Духа наны и на наследие Твое. И по Божественному Давиду обнови в сердцах наших Дух правый и Духом Владычным утверди нас, даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сие и храм освящения, по любви к Тебе Богу тщательно, оставление согрешений подашь, даруй им, я же ко спасению прошения. Воздвигни я к деланию заповедей Твоих, даруй им обновление, дара святаго Твоего Духа, да несужденно поклонится Тебе, единому истинному Богу, Его же послал Еси, Иисусу Христу, молитве Богородицы, святаго преподобного благородного князя Олега Брянского и всех святых Твоих. Аминь. Заступи, спаси, помилуй, восстави, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу предади. Господи! Яко свят еси Боже наш, и на святых по Тебе пострадавших, честных мученицах почивающих, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве и Арсении, посещении и прощении, оставлении грехов рабов Божиих, братья святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестном храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостивый человек, любит Бог Еси, и Тебя славу воссылает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, церкви. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, церкви. Господи, помилуй. Святая Богородица, спаси нас. Господи, наша слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Христу, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыко, Господи. Христос, истинный Бог наш, молитвен пречистой Своей Матери, святаго преподобного благоверного князя Олега Брянского, дружить храм. И все святые, помилуй ты, спаси нас, это благ, и человека любит. Аминь. Яко да видят добрые дела Твоя, и прославят Отца нашего, и же есть на небесе, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Yeah.
я детстве все исполняю, все прочее в этой жизни подождет. Иди, вселись, и научись на всех истинах, спасти глаза души наши. Слава Вышнему Богу, за небес, человец и благоволение. Слава Вышнему Богу, за небес, человец и благоволение. Господи, усни нас поприже. Христа нашего возвестят, помогут. Время сотворите, Господи, и для священнейшей Владыка благослови. Господь Бог, мы всегда на песне. Помолись о мне для священнейшего Владыка. Исправь Господь с тобой, твое имя, для священнейшего Владыка, Господь Бог, посажьте с ним, всегда на песне. Аминь. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа и Кресно и во веки веков. Господу помолимся, о мире всего мира, благосостояние Святой Божией Церкви и соединение всех, Господу помолимся, о святом храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в лоно, Господу помолимся. Великом Господине и Отце нашим, Святейшим Патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем Митрополите Германе, и о Господине нашим Преосвященнейшем Епископе Иоанне, честнем Пресвитерстве во Христе Диаконстве, о всем прещей людях, Господу помолимся. О Боже, храни мне стране нашей, властях и войствия, Господу помолимся. О весе сей, всяком граде, стране, верою живущих в них, Господу помолимся. Славную Владычицу нашу Богородицу и Пресную Деву Марию,
со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христос Богу предадим. Слышим мы, и услышим.
небесе Боже, явишь, и посети виноград сей, и утверди, и Его же насади, десница Твоя. Святый Боже, молитесь, а глаголите, Отче наш,
иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный подавай нам на всяк день, и остави нам грехи наши, ибо и сами оставляем всякому должнику нашему, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, и рече к ним, кто от вас имать друга, и идет к нему в полуночи, и речет ему, друже, дашь мне взамен три хлебы, понеже друг придет с пути ко мне, и не имам часа предложить ему, и той изнутрь отвечав речет, не твори мне труды, уже двери затворены суть, и дети мои со мной на ложе суть, и не могу восстав дать и тебе. Глаголю же вам, аще не даст ему остав, за не друг ему есть, но за безотчество его остав даст ему и лико требует. И я с вам глаголю, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк бо просяй, приемлет, ищай, обретает, и толкущему отверзается. Рече Господь ко пришедшим к нему иудеям, сего ради мя Отец любит, яко аз душу мою полагаю, да паки прямую. Никто же возьмет ее от меня, но аз полагаю ее о себе. Области вам положить ее, и области вам паки приять ее. Сию заповедь приях от отца моего, распряже паки быть свою дев, за словеса сия, глаголок уже мнозе от них. Беса имать и неистов есть, что его послушаете, и не глаголку, си глаголи несут беснующегося, и когда может бес слепым очи отверзти. Выше же тогда обновление в Иерусалиме, и зима бе, и хождаше Иисус в церкви, при дворе Соломоне, обидоше же его люди, и глаголоку ему, доколе души наши возьмеши, аще ты, Иси Христос, Рцина, не обинуйся. Отвещаем Иисус, рек вам, и не веруете, дела я же остворю имени Отца моего, то свидетельствует о мне, но вы не веруете, не стебо от овец моих, яко же рех вам, овцы моя гласа моего слушают, я знаю их, и по мне грядут, и аз живот вечный дам им. Боже, Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Дирижащих и посуду православы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дерги с начальными, Сергей Васильевич, Сергей.
труждающихся, болящих и предстоящих людей, ожидающих от Тебя великие и богатые милости. Господи,
Господа Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергии Лавры Священного Архимандрита, и господина Высокопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, Свято-Духовы Святые Обители, Священного Архимандрита, да поменет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Священные митрополиты, архиепископы, епископы и весь священнический монашеский чин, притчи церковные, настоятеля святого храма сего, честного иерея Игоря, братью, прихожан, жертвователей, благоукрасителей святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем. Всегда ныне и присно и во веки веков.
Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и живот Отца рожденного, прежде всех век, святого, света Бога истина, от Бога истина, рождена не сотворена, едина сущна, посурим же вся выше, нас ради человек и нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и во человечестве. Распятого же за ним при Понтисе Пилате, и страдавша, и погребена, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидяща по весной Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца. И Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца нисходящего, и же с Отцем и Сыном поклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едино святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Станем добре, станем со страхом Богом, святое возношение в мире приносите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми нами. Гореем сердцом, мимо мы, Господу, благодарим Господу. Слава Богу, Господи!
сие есть тело мое, еже за вы любимое, восстановление грехов. Сия есть кровь моя нового завета, еже за вы за ноги изливаемая, восстановление грехов. Твое от твоих тебе приносящих у всех и за все. Нам и милости, и всех
сердцем славите и воспевайте пречистое великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа со всеми вами. И со Богом Твоим. Вся святые поминавшие, пати, миром Господу помолимся. Помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Его совершенно свято, мирно и безгрешно Господа просим. Помогай, Господи! Ангела мирно, верно, наставника, хранителя, души телес нашего Господа просим. Помогай, Господи! Прощение и оставление грехов и прегрешений нашего Господа просим. Помогай, Господи! Добрых и полезных душам нашим и мира, мира ли у Господа просим. Помогай, Господи! Прочее время живота нашего в мире и покаяния скончате, о Господа просим. Помогай, Господи! Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшные судище Христове просим. Помогай, Господи! Соединение веры и причастие Святого Духа и спросивши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи! Исповеди нас, Владыко, содержание не осуждено смерти, призывайте Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголоти. Отче наш, и живи на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас по искушению, Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. И Богу Твоему. А вы, ваше Господи, не преклоните. Тебе, Господи. Благодать и щедротами человека и Бога, единородного Сына Твоего, снизу благословенный все. Все пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне близко во веки веков. Не пришли, призывайте правильные, нарезные на покаяние,
и очисти на всякий скверный. Духа Святаго, общи меня на пути живота вечного, и Боже, приятный ответ на страшный фигище Твоем, и прославленный сегодня Твоем. Господи, Боже мой, верь, я, конечно, достойный, во мне место достойный, и живого поклоняйте. Но я, когда связал у нас радость моей души, и восторнение мое тело в духе, и я, когда не имею достоинства, и не тесни, теряйте за древними, и си подобным мне блудницу грешную, пришедшую, ты коснувшуюся тебе, сердце защитя, уже мое подкушается, сверши, полное, восторгу чистую, но для творения мое душе и тело, во облегчении тяжести и мое, многие решения, заблудили. Со страхом Божиим и верою приступите. Господи, я ты мой, я Господи, о Господи, я перестану. Причастники, выслушайте молитву перед святым причением. Верую в Господа и исповедую. Я буду, если во истину Христос, Сын Бога живого, лишь от имя грешной спасти, ты же первый, без мозга. Еще верую в себя самое пречистое тело Твое, вся самая честная кровь Твоя. Молюсь о Тебе, помилуй меня, прости мне прегрешения, вольно и невольно. Я же словом, я же делом, я же ведьм и неведьм. Из подобия неосужденных, причастись, причисти, причтанность, во восставление грехов и в жизнь вечную. Вещи Твои тайны есть, Сыне Божий, причастни меня, прими. Я во врагом Твоим тайным повер. Не лазайте мне к Иуда, мне к разбойник, исповедую Тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не суд ли в осуждении, будь мне причастие, притань, Господи, новое исцеление души и тела аминь. Причаться сегодня могут те, кто исповедовался, кому сегодня благословили. Причаться, кто готовился, с полуночи ничего не ел, не пил, читал молитвы положенные. Перед причастием называть свое имя или имя своих детей. Подходим. Давайте все. Как зовут? Я вас благодарю за ваше спасение, за то, что вы
же божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи и спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Весь день весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Священие наше, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляй, благословящая Тебя, Господи, и освящая на Тебя уповающая, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, освяти любящее благолепие дому Твоего. Ты тех воспрослави божественную Твою силу, и не оставь нас, уповающих на Тебя, мир, миру и Твоему дару, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебя, Отца света, по Тебе славу, и благодарение и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Будь же, Господи, благословен от ныне и навеку. Будь же, Господи, благословен от ныне и навеку. Будь же, Господи, благословен от ныне и навеку. Благословение Господне на вас, того благодати человеколюбием, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Божьем, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святых славных и сихвальных апостолов, ежевосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопля, Златоустого, святых славных добропробивных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, преподобного благоверного князя Олега Брянского и Божий Искрам, мучеников Маркиана Мартирия, праведный Талифа, мученика Анастасия, преподобных Мартирия, диакона Мартирия, затворника Печерский, преподобный Матрона Исповедница, ежеквами совершаем, стык и праведный Бог, Отец, и Кимаянный, все святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. И исполняет и Господа, и Господи, мясо нашего Кирилла, святейшего патриарха Москва, Моисея, Руси, и Господинова, Собрая, Священнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Колмыжинского, и Господина нашего Преосвященнейшего Иоанна, и Вицкого Калачевского и Полоцовского, благохраненная страна Российскую, настоятелю и братья Святого Храма. Дорогие все честные отцы, братья и сестры, сердечно вас поздравляю с сегодняшней службой, с этим знаменательным событием этого прихода. Для этого прихода освящением храма во имя преподобного благоверного князя Олега Брянского. Мы ежегодно на престольный праздник стараемся здесь служить благодаря усердию отца Игоря, настоятеля, который всегда приглашает. Мне приходилось здесь служить и сослужить владыке Антонию Ахтубинскому и Нантаевскому. Вот. Это, конечно, не так часто даже в нашей епархии, в митрополии, когда на приходах не самых больших, не самых городских, служат по два архиерея. Вот это говорит о том, что отец-настоятель много трудится и стремится к тому, чтобы храм-приход находился в таком благолепном состоянии, ну и внешне благолепном, и чтобы он был действительно наполнен славой Божией. Вот это как раз происходит, когда мы совершаем полный чин освящения храма, то, что сегодня вы были свидетели. Вот, ну, благодарю вас за терпение, вот, и какие-то вещи, может быть, вы были, свидетели были для вас не совсем понятны, вот, я вам могу даже вкратце рассказать. Крещение храма, оно чем-то напоминает крещение человека, можно сказать так же,
похожие такие священнодействия совершаются. Вот как человек крещаемый окунается в купель, омывается водами видимыми, и невидимо на него сходит Святой Дух. А так вот и мы престол, или как называется, божественная трапеза, центральное место в алтаре, где совершается бескровная жертва, мы тоже омывали сегодня такими вот водами. Вот как крещаемый человек после погружения в воду облачается в новые белые ризы одежды, так и мы престол облачали белые ризы. Как крещаемый человек помазывается миром после выхода из купели, так мы престол тоже помазали миром. То есть может быть такая вот аналогия. И можно дальше аналогию провести. Вот некоторые спрашивают, ну а чем отличается освященный храм полный чин от неосвященного? Ну вот, а чем внешне отличается крещенный человек от некрещенного? Вот, тоже мы ходим по улице, встречаем тех других, разницы большой не видим. И некрещенный человек может быть добрым и правильным, таким и праведным. Но все-таки чего-то не хватает. Не хватает божественной благодати, которая помогает, подкрепляет, помогает вот этому добру естественному, которое есть в каждом человеке. Как в этот храм? Конечно, служились тут много лет службы, но они как служились? Они служились на платье, которое называется антиминс. Антиминс значит место. Место престола. Антиместо. То есть в этот плат зашиты частички мощей святых. И вот раньше, когда были гонения, когда не было возможности построить храм, когда не было возможности служить в нормальных храмах, часто архиереи, священники носили где-то у себя там за пазухой, подкладки, в портфеле эти антиминс, приходили тайно на дом, на столе разворачивали, служили службу у кого-то на дому. Вот для этого это было все придумано. Но сейчас мы имеем возможность служить в храмах. И поэтому сегодня мы частичку мощей вложили не в антиминс, а вложили в сам престол. Вот то, что я ходил в вашем сопровождении крестный ход вокруг храма, нес на голове вот такой дискос, сосуд, там была частичка новомученика, священномученика Владимира Саранского, убитого в 1918 году за исповедной верой, 100 лет назад. Он причислен к лику святых из Мордовии святой. И вот эти именно частички его мощей нам благословляют в Московской патриархии, сейчас вот, вкладывают в престол, в антиминс и преосвящение. Вот, поэтому мы верим, что вашими молитвами, нашим служением, действительно, благодать Святого Духа посетил этот храм, его наполнило. Ну а дальше уже по нашим делам, по нашей мере восприимчивости. Кто как говорится, воспринимает эту благодать. Но я надеюсь и верю, что вам молиться в этом храме будет все равно легче и приятнее, и успешнее будет, доходчивее, что ли, наша молитва будет ко Господу. Вот для этого мы освящаем храмы. Этот храм уже действительно здание становится посвящено Богу. И стены его помазали миром. Я вам должен сказать, что вообще мира используется очень редко в практике церкви, освященной патриархом. Вот о чем я вам говорил, когда крестится человек, совершается миропомазание, человека мажут миром, и только когда освящается храм, помазываются стены миром и престолом. Еще был третий случай у нас в истории, когда помазывался православный государь на царство. Последний раз это было с Николаем II, убитым страстотерцем царем. Еще хочу сказать, что знаменательно, что мы сегодняшний день выбрали для освящения храма, раз мы вспомнили события столетней давности. Вот, мы все родом из советского времени, и все всегда праздновали день 7 ноября, помнили с детства стишок, что это красный день календаря, все должно быть красно на улице, был выходной день, вот, и мы по-своему, особенно по-детски праздновали, потому что был выходной день с родителями, на демонстрацию мы шли. Или нас вели туда, может, а кто-то не ходил. Ну, если есть кто-то из детства верующий, который игнорировали. А так, конечно, мы весь этот период прошли. Потом мы повзрослели, поменялись времена, уже 25-26 лет. Этот праздник не является таким вот государственным праздником. Вот, то говорили, День Согласия Примирения одно время, да, его называли. Вот. Ну, а сегодня столетняя годовщина Октябрьской революции. Мы, когда в детстве учились в школе, должны были называть это событие Великое, Октябрьское, Социалистическое. Между другие времена стали называть уже Октябрьским переворотом. Старые поколения и молодые поколения по-разному относятся к этому событию. Вот. Но я считаю, что мы достойно отметили этот день сегодня освящением нового храма, великим освящением. Мы, когда с отцом Игорем назначали дату, как раз так вот пришли к этому мнению, что и хорошо. И удобно всем, потому что он стал
даже не выходным. Вот. А главное, что я считаю, что такое знаменательное событие, как вот в Писании написано, время разбрасывать камни, время собирать камни. Все-таки при всем хорошем, что было и при советском строе, при достижениях советской власти, нужно помнить, что все-таки храмы разрушались и закрывались. Были редкие периоды такого потепления, когда немножко восстанавливались, откат волны был такой, этого прилива. Но именно события 1917 года привели к великим гонениям на нашу православную веру, на православную церковь. И храмы рушились и закрывались. Вот. И мы сегодня столетие этих событий трагических и начало трагических событий отметили тем, что осветили новый храм, посвященный имени Господа, его святому угоднику, преподобному благоверному князю Андрею Брянскому. Вот. И я надеюсь, это достойный, как говорится, урок и истории, достойный урок и примирения поколений, которые берут хорошее из истории своей и всего Отечества, вот, отметают наносное. Вот атеизм это было наносное на нашей истории, принесенное извне. Народ по простоте душевной воспринял, но поскольку это было не родное, не собственное душе, он его так или иначе отринул. Или только поверхностно принимал. И как только появилась возможность опять открывать храмы и опять исповедовать веру, многие, да, наверное, почти все из нас, кто здесь присутствует, особенно священнослужители, включая меня, пришли в церковь, не имея воспитания в вере в детстве. Это о чем говорит? Что действительно действует Святой Дух в этом мире, который в свое время привлекает новых людей. Это говорит о том, что действительно существование церкви это не дело рук человеческих, а дело Божие. Единственное, что нам остается, это стараться быть по мере возможности достойными наследниками этой веры. Вот. Ну, а чтобы быть достойными, нужно, конечно, видеть свои грехи и каяться в них. Потому что, как мы молимся при причастии, никто же достоин вот, приходить к Господу. Вот. Это, как говорится, залог правильной духовной жизни. Осознаем недостоинство, но, тем не менее, движемся вперед и приводим других к нашей православной вере христианской. Храни всех Господь, Матерь Божия и молитвы святого преподобного благоверного князя Олега Брянского. Так, ну а сейчас у нас, да, еще есть приятное поручение и приятная возможность отметить нашими скромными знаками внимания людей, кто потрудился в строительстве и восстановление этого храма. Сергей Степанович Шурыгин есть? Вот, я хочу вручить благодарственное письмо, где говорится о том, что я выражаю вам искреннюю благодарность за активное участие в благоустройстве храма преподобного благоверного князя Олега Брянского. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, доброго здравия и Божьей помощи в ваших трудах на благо Святой Церкви. Аксиос. Аксиос, аксиос, аксиос. Давайте теперь найдем для прессы. Спасибо, Господи. Поздравляю. И вот еще Завьялова Вера Витальевна. Ее нет, супруг Олег Владимирович. Давайте супругу. Да. Тоже выражаем ей и вам благодарность и желаем крепости, душевной телесной силы, доброго здравия, Божьей помощи на много лет. Аксиос. Аксиос, аксиос, аксиос. Аксиос, аксиос, аксиос. Потом супруги фотографии передадите на память. Спасибо, Господи. Вот. Да, сейчас многолетие споим. Спасибо, Господи. Благодетственное и мирное житие, здравие и спасение во всем благое поспешение подашь, Господи, великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и всея Руси, и Господину, высокопреосвященнейшему митрополиту Герману, и Господину нашему, преосвященнейшему Иоанну, епископу Калачевскому и Палатовскому, всему освященному собору, настоятелю святого храма сего, всечестному Иерею, всем где предстоящим и молящимся, и сохрани на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето.
поздравляем всех, храни всех Господь. А представь всех прохожан, ваше пресвященство, разрешите вас поблагодарить за то, что посетили ваш храм, и совместную молитву за то большое, можно сказать, великое дело, которое сегодня произошло в нашем храме, которое все мы ждали целых 20 лет, за освящение нашего храма, за такой великий дар, как ангела-хранителя всем нам, храму, и тому месту, где мы все находимся. Спасибо, Господи. И от лица всего храма, всех прихожан, желаем вам духовного, душевного, телесного здравия на многое благое лето. Спасибо, Господи. Спаси, Господи, все, кто... Отец Игорь, наверное, будет вас еще угощать в честь этого события. Сейчас, кто причащался, просил, что тебе благодарственная молитва. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи, Боже, хотя бы не отрыву меня и сердечного. А что вы это? А, вот оно все. Ну, ладно, спасибо, Господи, отец, давайте. Спасибо. До свидания, спасибо, давайте.